Известная актриса Ксения Алферова посетила вместе со своей 97-летней бабушкой шоу хореографа и фигуриста Ильи Авербуха «15 лет успеха». По ее словам, вечер получился потрясающим. И взрослые, и дети, заполнившие зал, остались в полном восторге. Все получилось завораживающе и красиво. Всю страну Илья заново влюбил в фигурное катание. В Советском Союзе все всегда следили за успехами наших спортсменов, и сейчас опять это вернулось. Здорово! А финальный номер Ильи был просто фантастическим по наполненности и энергичности, поэтому моя бабуля назвала его актером. Это было великолепно, именно по-актерски и человечески. Всем сладких сновидений. Ваша Ксюша, сказала звезда. Больше по теме Ирина Алферова отметила свой день рождения на сцене родного театра. Зрители в зале долго аплодировали и поздравляли актрису с праздником. Отметим, что бабушке актрисы Ксении Архиповне Алферовой уже 97 лет. Пожилая родственница прошла Великую Отечественную войну. Несмотря на преклонный возраст, женщина ведет активный образ жизни. Не так давно она посетила спектакль с участием своей дочери, актрисы Ирины Алферовой, которая в тот день отмечала свой день рождения. Всю жизнь Ксения Алферова-старшая работала юристом-адвокатом. Кстати, старшая дочь женщины Татьяна пошла по стопам родительницы и также трудилась юристом и адвокатом. Она скончалась в 1997 году. Добавим, что от шоу Ильи Авербуха в восторженных тонах высказываются сегодня многие звезды шоу-бизнеса. Сам фигурист со своей программой в ближайшее время начнет тур по городам России.